Для первого номера киножурнала «Новости дня» дал интервью Евгений Константинович Федоров, главный ученый-секретарь Академии наук СССР. План создания материально-технической базы коммунизма открывает необычайно широкие возможности для советских ученых, позволяет им реализовать самые смелые идеи, самые смелые планы. Советские ученые хорошо понимают свою огромную ответственность перед всем народом в том, чтобы отыскивать и систематически применять наиболее эффективные методы производства, смелее и скорее ставить силы природы на службу человеку. Встречая новый 1962 год, советские ученые сделают все от них зависящее для того, чтобы нынешнее поколение советских людей вступило в коммунизм.